Всем привет, ребята! Вы на канале Milky Way 2, и с вами на связи кошка Сиви. И сегодня, как вы угадаете, что? Я выполнила все задания, вот оно последнее осталось. Видите, я его выполнила. И сейчас у нас будет 20 уровень. Это очень классно, потому что я так старалась эти 26 поездок сделать. Я даже ночью как-то делала. Ну и поэтому мы торжественно делаем запросик. И у нас 20 уровень. 3 жизни бесплатной езды, радужная маска, доступные призы, фиолетовые глаза, доступные призы. Вот это вот. Вот это да. Еще 3 кристалла и 950 подков. Ух ты, у меня 51 энергия. То есть, получается, знаете что? Мне теперь придется жить только на арбузиках. Но у меня 48 тысяч подков. Это очень классно, потому что это... Божечки, это что такое? Итак, посадить одну тыкву. Вообще легко. Завершить 10 бесплатных поездок. Вообще легко. Добавить 4 конюшни до 8 уровня. Окей. Нужно иметь 4 лошади на одном уровне. А, то есть мне придется... Ух ты, мне придется купить. А что мне можно купить? А у меня доступны фриские, по-моему. Мне доступны фриские. Мне очень долго магазин загружается, не обращайте внимания. Ну. Да, сейчас. Они уже все. Ладно. Мне уже будут доступны фриски, пожалуйста, хоть бы. И, к сожалению, нет, у меня фриски недоступны, у меня 21 уровень. Но я могу купить Клайда. Я хочу черного. Я хочу очень черного. Я могу, конечно, подсобирать немного кристаллов, купить фрискую, но у меня на 21 уровне. А на 21 уровень вообще легко. Потому что только мне просто... Знаете, что я сделала? Мне нужно иметь одну лошадь на одном уровне. У меня есть. Поэтому мы покупаем просто самую дешевую. Я не хочу покупать Клайдов. Я просто подожду, пока у меня будет 21 уровень. И тогда я куплю себе фрейского. Чем бы и нет. Купим зато коричневого мустанга за 500 подков. Это очень выгодно. Так... У меня здесь 8 уровень. А, то есть мне нужно потратить 3000, чтобы был 8 уровень конюшни. Так, здесь у меня 8. Ой, у меня так долго прогружается. Не обращайте. Здесь у меня 7. Божечки. Сейчас. А здесь у меня вообще 10. То есть мы качаем, получается... Блин, опять не туда перелистнула. Да что ж такое? Мы качаем вот эту вот конюшню за 3000. Мы ее обновляем. Чем бы и нет. У нас по заданиям нужно конюшню обновить. Обновляем. У меня денег полно, ничего страшного. Также мы купим, пожалуй, коричневого мустанга. Покупаем. Я сейчас подожду, пока он у меня. Потом я его просто прокачаю за... Не поняла, кто меня уже покормил яблоком. Спасибо вам большое. Так, 10 бесплатных поездок. Идеально. Одну тыкву. Ну, вообще, одну тыкву. Ну и что, ну. Одну тыкву всего лишь. Ну, допустим. Допустим, сажаем по стариночке одну тыкву. Да здесь вообще какой-то легкий, блин. Я вообще тут думала, что здесь 23 поездки, 23 скачки. Потом еще что-то прокачать до 50 уровня всех лошадей. Я так это думала. Ну нет, видите, вот что это такое? Это вообще пилюлька. Такая вот маленькая. И я очень рада, потому что, походу, мы за одно видео прокачаем до 21 уровня. И я куплю себе фейского. Я очень жду. Кстати, ну посмотрите, ну вообще... Ну, сейчас я его прокачаю. Немножечко этого... Эту лошадь, где она у меня? Добавление лошади. О! Ух ты, у меня уже запросик? В смысле? В смысле, все? Я не поняла. А что, так можно было? Даже качать не надо. Ну, так все, мы ее продаем попросту. Продаем. Да.
Продаем. Задание у нас выполнено. Теперь нам нужна одна тыква, 10 бесплатных поездок и всего лишь добавить 4 конюшни до 8 уровня. У меня уже... Ой, я перешла не на ту лошадь. Мне нужен жеребенок. Угу. То есть у нас все, блин, прекрасно, серьезно. Ладненько, подождем, пока тыква у нас разрастется. Ребят, короче, я так подумала, давайте мы сделаем две части. Даже, может быть, три получится. Как я буду качаться до 21 уровня. Сейчас у нас тыква. Осталось 3 минуты. Я не знаю, что у меня так он лагает, этот хорс парадайз. Я, пожалуй, в него перезайду, а то он у меня реально сильно лагает. А вы подождите пока. Я уже перезашла в игру, и посмотрите, у нас уже все прекрасненько, в принципе. Но уже не так лагает, как было, а то было вообще уже. Интересно, это... Ух ты, еще один жеребенок, давайте познакомимся с ним. Чем бы и нет. Хотя нет, все равно немного подлагивает. Привет. Райлун какой-то. Допустим, поставим его... Хочу, чтобы было у него 10 лайков, чем бы и нет. Приятно, зато будет, куда мы жеребенок поскакаем. Ну, кстати, ему... Он тоже с белыми бантами. Ему идет черные нагавки. Ух ты. Черно-белый стиль. Ну, конечно, это шпиги. У него должен быть черно-белый стиль. Но я предпочитаю леопардовый. Кстати, у нас же масочка теперь будет. У нас в призах, давайте зайдем в призы. Да, у нас теперь радужная масочка. Вообще классно. То есть я сделаю радужный комплект на этого же ребенка. Ну, вообще, у меня на втором месте есть этот радужный комплект. Но на первом это, конечно же, леопардовый. Я не знаю, почему он мне так нравится. Такой не созрел. Ну, давайте подождем немножечко еще. Ух ты шка. Он стал фрейским. По-моему, он его выиграл в этом. В... Как это называется? Мероприятие. Кстати. Я еще бобёк чайком запиваю. Потому что я плюс еще здесь чай пью. Классно. Наша тыковка почти что созрела. Все готово. Ух ты, запросик. Отлично. Запрос. Ничего себе, как мы так быстро продвигаемся. Теперь у нас осталось два задания. Поскольку у нас теперь есть тыква, я могу покормиться, но не полностью. Потому что, ну вот я, допустим, покормлю себя. Мне дают 38 энергии. Но видите, у меня энергия не полная, потому что мне нужно 51. Не знаю, почему я куда-то хожу. И я думаю, чьи банана мне будет достаточно. Банан, по-моему, дает 14 энергии. Или 13, вы не помните, случайно? 13 вроде. 13 мне не хватит, так что я буду сажать еще одну тыкву. Допустим. И потом покормлюсь. А потом, когда она уже у меня будет полная энергия, тогда мы будем выполнять бесплатную поездку. Ну, а завтра я буду продолжать, наверное, делать этот выпуск, потому что в конюшне я сейчас зайду, и видите, у нас тут обновляется конюшня, ее нужно ждать 11 часов. Но можно, конечно, потратить 12 кристаллов, но я не хочу, у меня всего лишь 54, я хочу копить. Как вдруг мне потом захочется, я хочу вообще 500 кристаллов накопить. Ой, сейчас она будет долго загружаться, сейчас. Ну, короче, я хочу накопить... Ух ты, кстати, черный пегас стоит дороже, чем белый пегас, заметили? Я хочу накопить 500 кристаллов, но это вообще невозможно. Так, тут у меня же ребенок купленный, вот, видите, купленный. Так,
А, мне нужно 350. То есть, нет, мне нужно 500 кристаллов на другую лошадь. Мне нужно 500 кристаллов на... Где у меня здесь был? Вот этот жеребёночек возле пони. Мне он нужен. Я не смогу его купить. Или же что-то из этих. Можно огненного за 350. Как и здесь летающего. Но лучше уже летающего этого покупать за 350. Но это все равно мне придется копить. У меня тогда было, я не помню, сколько, 100, 100 с чем-то, 105 вроде бы, или нет, я не помню точно, но я смогла купить этого жеребёночка. Кстати, почему-то каштановый жеребёнок стоит дороже всех, хотя он на 27 уровне всего лишь-то. Ну, конечно же, пеги, наверное, самый дорогой, я, если честно, не помню, сколько он стоит. Белый, черный. Он мои фейские. За 65. Ну, у меня почти что 65, но мне это нужно копить. Тем более, за каждый день даются всего лишь по 3 кристалла. И я не смогу так просто насобирать на 65. Это мне придется потратить где-то, ну, не знаю. Ну, где-то дней 5, ну, не точно. Может быть, 4, может быть, 3. Я точно не помню вообще. Так что ждем. Ну, а потом мне попросту стало скучно, и мы с другом решили заскочить на конкурсную площадку и немного там попрыгать. Конечно же, своими фокусами, которые, конечно, не всегда идеально выходили. Но иногда и идеально. Но я немножко повисла. Видите? Я умею летать. А не всегда. Это зависит. Ой, блин. У меня лагающая штучка стала. Ух ты! Меня покормили яблоком. О, спасибо. А я, блин, тыкву посадила. Теперь мне-то хватит и просто арбузика. Но я, пожалуй, посажу арбуз и не знаю, что со мной случилось. И подождем, когда я банан мне. Короче. Я уже посадила бананчик. Мы его едим. 13 энергии есть. И мы идем в бесплатную езду. Если она вообще у нас, конечно, загрузится. Бо иногда бывает, что в бесплатной езде пропадаешь. Но это очень редко, когда бывает. Ух ты, сразу подковки нам дают. Это классно. Еще подковки. Ух ты, прям аллея. Давайте немного ускорим процесс магии. Класс, я же забыла, у меня же 3 бесплатных жизни в бесплатной езде. Это очень классно. Блин, но я все 3 уже потратила. Ну хорошо, что у меня 3. На секунду музыка отключили. Отключилась. Так, у меня... А, у меня же есть еще теперь морковка. Но тыква и морковка, они уже вообще бесполезны. Сейчас нужно жить только на арбузах теперь. Как долго? Так, мы загрузились. Здесь у нас пегасы вовсю летают. И мы завершили одну поездку. Но всего лишь одну, а нам нужно еще 9. Хотя всего лишь 9, а я выполняла целых 26. О, сколько я всего выполняла за такое время. Я вообще недавно, наверное, не знаю, несколько недель назад
вернулась к Horse Paradise. И сейчас просто фанатею от него. Хотя я просто потом просто игнорировала его. А теперь вот, видите? Ну, плюс у меня канал появился. Естественно, мы, конечно же, садим арбуз. И я, наверное, думаю, что нам пора заканчивать этот выпуск, потому что не хочу, чтобы он был сильно долгим. 15 минут, я думаю, нам сойдет. Тем более, мы уже завершили целых 2 задания. Следующие задания будут в следующем выпуске. Давайте лайкнем Пегаса. Отдаю ему все 4 лайка. В чем бы и нет. Ну и мы будем прощаться. Всем пока, ребята. Подписывайтесь на канал Milky Play 2. Ставьте лайки. Колокольчик не забывайте нажимать, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Делитесь своим мнением о комментариях. Рассказывайте что-то позитивное. И всем, ребята, пока-пока.